Красивую и зрелищную игру на радость болельщикам показали наши девушки на Дмитровской ледовой арене. С первых минут матча дмитровчанки навязали соперницам из Ухты свой стиль и первыми разменяли счет. Шайбы залетали в ворота ухтинской команды через каждые несколько минут. Дубли на свой счет записали Галина Скиба и Оксана Афонина. По одной шайбе забили Алевтина Штарева и Мария Баталова. Игра была ровной. Всего два раза игроки команды противника были наказаны удалением за нарушение правил игры. А дмитровские спортсменки сыграли без штрафных санкций. Первый период завершился со счетом 6-0 в пользу «Торнадо». Во втором периоде ухтинская команда заменила вратаря в надежде, что новый будет играть более внимательно. Однако игра явно не задалась. Соперницы обменяли штрафом в виде удалений. Сначала за нарушение правил на скамейку штрафников отправили Анну Шохину, затем Галину Скиба и Марию Баталову. Наша команда осталась играть в меньшинстве, но соперницы из Ухты не смогли использовать этот момент с пользой для себя. И вскоре их тоже наказали за нарушение правил. К середине периода дмитровчанки активизировались и несколько раз пытались забросить шайбу в ворота противника. Сделать это более точно получилось у защитника Светланы Ткачевой. Второй период закончился со счетом 7-0 в пользу «Торнадо». В третьем периоде дмитровчанки открыли счет на 53-й минуте. Дубль на свой счет записала нападающая Левтина Штарева. Далее за нарушение правил произошла замена вратаря дмитровской команды. До конца третьего периода «Торнадо» забили еще две шайбы в ворота «Арктик-Университет». Отличились Людмила Белякова и Екатерина Смолина. Гол престижа в этом матче так и не состоялся. 10-0. Сегодня девчонки отыграли, в общем-то, очень прилично. И результатом доволен, и содержанием игры. Да, были определенного рода огрехи, но, тем не менее, можно поставить игру, внести в зачет. Девочки молодцы, хорошо играли с первого периода, навязали свою игру, создавали давление, реализовали свои моменты, да. Во втором периоде немножко, наверное, сломалась игра тем, что много удалений стало, да. Так, достойный соперник, в третьем как бы дожали, вот, молодцы девчонки, хорошо отработали. На следующий день наши девушки вновь встретились на льду с командой из Ухты. Хоккеистки «Арктик-Университет» наконец смогли разменять счет 11-2. Оба гола в калитку «Торнадо» забросила Фануза Кадирова. По итогам 14 игр женский хоккейный клуб «Торнадо» лидирует и имеет в своей копилке 39 очков. Только одну игру дмитровчанки проиграли команде «Агидель» из Уфы. Ближайшая игра состоится в Ледовом дворце 31 октября. Соперником нашей команды будет спортивный коллектив «Скиф» из Нижнего Новгорода. Ну, на сегодняшний день «Торнадо» находится на первом месте, так же, как и наши конкуренты «Скиф». По потерянным очкам мы идем в равенстве. Завтра мы еще одну игру играем с Ухтой. И 31 и 1 ноября играем непосредственно с нашим конкурентом «Скиф» из Нижнего Новгорода. Вот там уже более-менее будет ясна расстановка на продолжение дальше в чемпионате. Кто будет лидером станет, как говорится. Ну а за медали будем бороться до конца.